И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Пьяный Мелон, и сегодня мы поговорим, что могут добавить в обновление 25.0. И да, прошу прощения за то, что видео уже не было месяц, потому что мой телефон в последнее время начал очень сильно лагать и мешать мне снимать. Но мы не будем тянуть время, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы начинаем! Ну и начнем мы с этого скриншота, где Слиз намекает, что же будет в следующем обновлении. Из этого скриншота мы можем узнать то, что со 100% шансом в следующей обнове добавят бесконечную карту. Также Слиз сообщил то, что добавится одна новая механика. Возможно, это шприц отращивания конечностей из нового шорца на официальном канале Melon Playground. Ну а дальше наши любимые фиксы багов, улучшение оптимизации, производительности игры, бла-бла-бла. Кстати, Слиз сказал то, что они могут не уложиться время. Могу предположить то, что они хотят выпустить обнову к дню рождения Мелона, а именно к 27 августа. Поэтому, скорее всего, как в прошлый раз, в игру добавят новые предметы, связанные с тематикой дня рождения и праздника. Ну а на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что ходят слухи, то, что YouTube скоро могут заблокировать, и мы с вами просто потеряем связь. Ну а с вами был я, Пьяный Мелон, всем пока!